Привет, друзья! Сегодня мы в Ростове и покажем вам набережную на левом берегу. С другой стороны, где можно и купаться, и гулять. Пойдемте. Ну что, друзья, идем. Я себя вам покажу. Почему? Потому что здесь такой вот вход, да, променад, он же. Стоят также лавочки, где можно присесть, мои хорошие, вот так. Ну вот, друзья, мы почти уже зашли. Здесь есть такое замечательное кафе-башня, где можно присесть, покушать, отдохнуть, мои милые. Ну, идем с вами дальше. И пришли, здесь такая вот велодорожка замечательная. По ней можно и пройтись, и также проехаться. Итак, родные, вот мы заходим. Лавочки у нас есть, мои хорошие, где можно присесть. Также вот такой вот открывается чудо Дон наш батюшка. Дон нас радует. И вот такие, такая вот и растительность, и фонари здесь есть, где будет освещение уже вечером. Растительность, деревья, просто здорово, хороший такой парк, набережная, я бы сказала, это целый такой вот комплекс. Так, друзья, мы с вами увидели променадную зону, а вот я вам хочу показать купательную зону. Это прикольно, замечательно, песок, как в Турции. Пойдемте, вот такие вот здесь дорожки замечательные. Ну вот здесь можно купаться, отдыхать, мои хорошие, загорать. Это кайф. Кайфучий пляж Дона. Да, да, прикольно сделали. Ну, видите, Дон мелкий, люди идут, как на Павло-Очаковской косе. Ну, тоже кайфово в городе, можно приехать, искупаться и погулять в парке, и также поваляться на таком вот песке. Песочек тепленький, просто здорово. Такая вот зона чилауса, мои хорошие. We'll be right back.
Захватишь меня тоже, я быстро. Меня захватишь тоже, я быстро. Красиво получается, люди ходят по воде, это так интересно, классно. И в одежде, и в купальнике, то есть Дон нас так радует. Друзья, какой хороший песочек. И вот такое вот удовольствие. Игры волейбола на Дону. Здорово. А тут забьет. Ну вот, друзья, уходим мы с нашего чуда красивого пляжа. Вот с этой чилаус-зоны искупательной. Итак, мои хорошие, давайте с вами увидим. Здесь нужно вот мероприятие для деток также. Здесь получается вот такие чудо электросамокаты. Какой электрокар, кто не хочет стоять, он будет сидеть. Вот на таком чудо мероприятии. Есть черный, белый. И есть вот для деток. Вот это вообще замечательное. Друзья, вот для деток вот такие вот батуты с шариками. И просто батут. В общем, набережная нас радует любыми развлечениями. А дальше получается у нас и лавочки, но на солнце, наверное, не очень камильфо сидеть, а ближе к вечеру классно. И вот такие вот тренажеры также есть. В общем, чудо набережная. Ну что, друзья, привет. Нет, уже пока, дорогие. Уже пока. Муж перегулял, головочку напекло. И очень жарко. Итак, мы вам показали набережную, две зоны, где можно отдохнуть. И как отдохнуть? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. Приезжайте отдыхать.